Третья часть мастер-класса рельефного листочка. Так, работу поворачиваем и вяжем за задние полупетельки все столбики без накида. Вот здесь добавим один. Так, за задние. Раз, два. Вот, довязали до конца, до самого. Получилось у меня 19 с добавочкой, с одним столбиком. Работу поворачиваем. Так. И следующий мы вяжем. Так, соединительные столбики сначала. Немножечко мы спустимся. Так, провяжем 3 соединительные. Раз, тоже за заднюю полупетельку. Два, три, три соединительных. Так, потом провяжем 3 столбика без накида. Так, раз, два, даже 2 достаточно. 2. Курю тут можно импровизировать. И листики получаются разные. Так, полустолбик сейчас вяжем. Полустолбик. Так, и теперь будем вязать столбики с одним накидом. И не забудем один добавить. Так, что тут у нас получится? Раз. Два. Сюда же, в эту же петельку. Он прям сюда просится. Наклончик идет. Три. Четыре. Пять. Выбегаю, наверное, из камеры. 6. Семь. 8. Посмотрим, что у нас получается. 9. Так, я думаю, достаточно. Теперь сделаем полустолбик. Следующую. Так, и будем вязать столбики без накида здесь до конца. И 4 по стебелечку. Так, здесь у нас получается 1, 2, 3, 3 штучки. Так, и 4 сейчас будет по стеблю. Раз. И мы перейдем уже на светло-зеленую ниточку. Два. Здесь вяжем за 2 половиночки. 3. То есть, как обычно. 4. Здесь у нас рельефность не нужна. Так, чуть-чуть вытягиваем петельку. Берем светло-зеленую ниточку. Так, делаем петельку. Я так присоединяюсь. Так. Вот здесь, чтобы было вязание на лице, на лицевой. Так. Протягиваем светленькую, темненькую подтягиваем. Так, теперь делаем поворот. Так, этот хвостик мы спрячем потом обязательно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас дырочка будет тоже.
Значит, провяжем сначала столбики без накида за заднюю. Так.